Дальше важно заведение, где пропагандируется наша культурно-историческая ценность и богатство нашего округа. В рамках рабочей поездки в Китай председатель кабинета министров Акылбек Джапаров посетил культурный центр в городе Артыш Кызылсуйской Кыргызской автономной области. В культурном центре главе Кабмина рассказали о жизни и быте кыргызов, переселившихся на эти территории, представили исторические экспонаты. Кроме того, делегация Кыргызстана во главе с Акылбеком Джапаровым посетила в культурном центре музей, посвященный эпосу «Манас», где были представлены музыкальные произведения на национальных инструментах и прозвучал отрывок из эпоса «Манас». Акылбек Джапаров подарил культурному центру национальный шердак, а также отметил, что в ближайшее время центру будут переданы музыкальные инструменты. Кроме того, глава Кабмина поручил Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики укрепить сотрудничество Артышского культурного центра и Кыргызского национального театра «Манас» в Бишкеке.